Ребята, всем привет! Я решил еще сыграть вот на этом красивом танке 8 уровня про Jetta 46. Вот, и сейчас мы поедем в бой, и я постараюсь сделать много урона, да, то есть сделать профессиональную игру. Карта у нас называется Малиновка. Малиновка карта называется. Вот, и мы сейчас будем стараться делать максимально качественно, все красиво, идеально на этой карте. Итак, у нас счет 0-0. Это означает, что на данный момент все танки в игре, и они все живые, да, то есть у нас пошел отсчет, вот он, да, 5, 4, 3, 2, 1, go, и мы едем, все, и мы едем, у нас заряжается барабан, и мы видим, едет танчик, и попробуем его выцелить, и нас толкает какой-то из третий, да, вот, и мы целимся и стреляем. К сожалению, мы не попадаем, потому что танк спрятан за камнями. Я вынужден, конечно же, откатить вынужден, да, объехать вот так вот с этой стороны. И я могу сказать, уезжать, наверное, с этой позиции, потому что у нас сняли 400 урона, нас сняли, и я очень сильно расстроен, конечно же, потому что, а вот она стоит, девочка, вот она, вот так вот попробуем, вот он едет красненький, вот он едет, попадем в него, раз, и не попали, к сожалению, точнее попали, критический урон был, вот опять же, да, вот опять же пытаемся что-то сделать, но, к сожалению, у нас не получается каточка, да, я вынужден поехать обратно, спрятаться в лесу, как говорится, да, за елочками, и я думаю, надо ехать на горку. Да, вот на горку. То есть у нас есть справа карта. Вот здесь вот горка. Вот она, я мышкой кручу, да, горка. Я поеду туда. Постараюсь там как-то разыграть позицию, да. Набить, так себе сказать, руку, да, и урон. Урон, да, набить. Давайте попробуем. Девочка, вот она девочка, но нет, она, к сожалению, вот она, вот эту можно девочку, вот эту красненькую мы попадаем. Нет, не попадаем в красную девочку. Ну ладно, поедем дальше, в надежде, что у нас что-то получится. Едем в корочку, ребята. Интересный очень бой, интересный. Вот едем. Нам надо вот подобраться поближе к противнику. Поближе.
засветили, да, вот она лампочка горит белая. Это означает, что по нам могут работать противники, вот эти красные, да. Вот она, раз, попали хорошо, хотя бы один раз попали. Неплохо, неплохо. Неплохо. Мы под артой, к сожалению. Арта — это артиллерия, да, которую можно кидывать с любой позиции, да. С любой позиции можно кидывать нам это сверху, да, так сказать, с любой позиции. Спасибо, что смотрели. Если вам интересно, я буду еще выпускать такие же ролики. Можете писать в комментарии, какие бы вы хотели, чтобы я игры комментировал. АСМР, да. Это же так приятно, это же классно. Вот, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я очень рад, что вы досмотрели до конца. Ребята, спасибо большое. Спасибо. Спасибочки.